Истории кардинальных изменений в жизни часто начинаются с простой фразы. Увидела, понравилось, решила попробовать. Так же было и у Ольги, которая уже 7 лет, вдохновленная случайно увиденным видеороликом, остается преданным фанатом Exot Dance. Это танцевальное направление для решительных девушек. Я начала видеть другое отражение в зеркале, начала чувствовать себя более уверенно, начала двигаться более пластично. Даже где-нибудь, если захочешь выйти на танцпол, ты всегда будешь выделяться на фоне всех остальных. Если вы решили выучить элементы Exot Dance, то первый и главный совет – отправляйтесь на мастер-класс к настоящему профессионалу. Я сегодня буду тренироваться с призером мировых и международных соревнований, педагогом и хореографом с большим стажем Александрой Чклей. Поехали! Все, пошло дело, да? Молодец! Как змея выгибайся. Я чувствую себя, знаете, как будто я в огород с соседом перелазил через забор. Кстати, как раз, как в дырочку, оп, каждой части своего тела пролезла, да? Молодец. И в другую. Посмотри, что сделаем. Теперь волну с ногой. Волна. О! Молодец. А теперь будем то же самое делать, только ножку высоко. Максимальная, да. Ой, да, он тяжелый! Представляю, какое счастье сейчас излучает мое лицо. Представляете, сколько надо тренироваться, чтобы мышцы на лице выглядели вообще, ну, вот совершенно спокойно. Как будто так и должно быть. Вот ты сделала и пошла. А тебе легко. Как рассказала хореограф, на занятия по Exot Dance девушки как раз приходят с целью раскрепоститься, раскрыть свою женственность. При этом такие кардиотренировки позволяют еще и хорошо прорабатывать мышцы. Фигура становится более подтянутой. А бывало такое, что девочка начинает заниматься и потом выходит сразу замуж? Ну, это вообще не вопрос. После таких занятий хоть замуж, хоть на борьбу с комплексами. А если и трудолюбия, и сил хватит, то и на мировые соревнования. Плечики вниз, обратно, вперед бедро. Колени прямые. Молодец. Еще на сводах. Круглая спинка. Давай на полу сделаем. Глядя на мои первые попытки, так и хочется сказать: взгляд кошки, грация картошки. Но тут главное не вешать нос, а пробовать снова и снова. Девочки, вы самые все красивые, вы должны это знать. Занимайтесь танцами, любыми видами танца. А наши танцы с женской направленностью в миллион раз еще более раскроют вас как женщину и избавят от комплексов.